нашем канале. С вами Руби Снейк, и мы продолжаем играть Messenger. Ниндзя Гонец. И поехали. Кажется, бамбуковый лес у нас. И наш мистический магазинчик. Так, а мы, наверное, ничего не можем улучшать. А тебе что-нибудь нужно? Улучшайзер. Поговорим. О чем ты хочешь поболтать? А бамбуковый ручей, наверное, после катакомб это зрелище для твоих глаз, как бальзам на душу. Еще бы. А насладись этим видом на всю катушку. Из всех мест, куда тебе предстоит попасть в ходе этого приключения, здесь наиболее ясно ощущаешь себя в отпуске. Попробую просто. Я подумать и не мог, что в мире есть что-то настолько радостное. Полагаю, это характеризует скорее склад твоего ума, нежели сам мир. Так о чем ты хотел поболтать? По сколько времени? Что за кристалл я собираю? Значит, ты из тех, кто сначала трогает неопознанные магические объекты и только потом задает вопросы. Это осколки времени. С их помощью я могу усиливать твои способности. И как это работает? Именно так, как мы это делали до сих пор. Ты выбираешь то, что тебе нужно, и даешь мне необходимое количество осколков, чтобы я мог сделать свое дело. Я о самом заклинании. Оно сложное. Оно мне любопытно. А я занят. Есть что рассказать? Конечно же есть, но сейчас нет времени. Почему это? Ты у бамбукового ручья, тут настолько солнечно, насколько это вообще возможно в этом проклятом мире. И что? А то, что я предлагаю тебе воспользоваться возможностью и поиграть на улице. Ну пока. Ну пока.
Да. Черепашки, ниндзя, кругом. Так, а вот полетели какие-то штуки теперь. О, какой-то не... Вот это самурайчик. Это же не босс еще. Смотрите, какой он крутой вообще. Что он творит вообще? Победа. Она далась нелегко. Наверное, надо сверху рубить. Точно. О, большой кристалл. Так. Так. Угу. Либо где-то пропустили проходочку. Так, ну открылось. Улучшалки. Так, заряды ЦИ плюс один сюрикен пронзает одну цель. Второе ли питание сон дают энергию. Плюс один сюрикен, отлично.
Поговорить ему не о чем, да? Нет, шипы. О, черт. Черт побери. Так, сразу рассчитаем с этим еваленком. Шницы с лишними. А мне пельмени свои.
Так, двигаем. Вперед. А, тут лифт. Все равно ехать в итоге наверх. Похоже, сейчас будет босс. Ну что, полагаю, дальше нас ждет встреча с боссом. Боссу бамбукового ручья. Смешная шутка. Ну просто сама обстановка. Сам понимаешь, ворота строго по центру, симметрично расположенные фонари. Никакой прокрутки, вот я и подумал. Слушай, ты можешь сколько угодно галлюцинировать шаблонами и пытаться найти в них смысл, но я же, кажется, сказал тебе, что здесь у тебя что-то вроде выходного. И что? Ну, а ты стал бы сражаться с боссом в свой выходной? Именно. И правда не было босса, смотрите-ка. Итак, у нас теперь грот. Поболтаем. Про грот. Я в яме. Да, верно. Расстояние слишком велико, мне ни за что не допрыгнуть.
Это напомнило мне одну историю. Давным-давно воины из клана Белок придумали способ парить высоко в небе, соприкасаясь со свободой, о какой они и мечтать не могли. Многие люди ошибочно принимали их за богов. Невероятно. Да, впрочем, неважно, вот тебе Wingsuit. А мы получили Wingsuit. Находясь в воздухе, нажимаем, удержим А, чтобы начать планировать. Проходи над гейзерами, чтобы двигаться вперед. Я что-нибудь нужен? А, улучшить, улучшить. У нас не хватает ни на что. Ну, вот это мой. Но это не очень нужно, поэтому пока не будем. А, давайте поболтаем с ним. Про текущий лака. Про Wingsuit. А, спасибо за Wingsuit. Да ладно, испытай его. Да не забывай о главном, находясь в воздухе, нажимай, удерживай. А, почему он достался мне бесплатно, а другие улучшения нет? Потому что без него тебе не добиться успеха, нельзя спасти мир, застряв в яме. А еще бесплатные плюшки будут? И есть лишь один способ выяснить это, верно? То есть? То есть тебе следует продолжить свой путь, будучи уверенным в том, что у этого проклятого мира и его обитателей заготовлено для тебя немало сюрпризов. Про текущую локацию. Добро пожаловать в воющий грот. А люди здесь есть? Когда-то давным-давно тут жили пещерные существа. Они строили всевозможные здания из изумруда, жилы которого пронизывают эти камни, и верили, что ветер — это дыхание бога. А есть что-то, о чем не следует знать? Да нет, разве что о том, что сейчас самое время взлететь. Ну, помнишь Wingsuit, который я тебе дал? Да. Прости, недостаточно контекстуальных данных. Я хотел, чтобы мои слова имели смысл, независимо от того, доводилось ли тебе уже использовать Wingsuit в аэродинамических трубах. А что-то ты темнишь. Да что с тобой? Я дал тебе то, что в буквальном смысле позволяет тебе летать, а ты предпочитаешь торчать здесь и чесать языком. Есть что рассказать? Можете есть что рассказать? Ну конечно, вот тебе одна история. Жил-был король, которому было очень непросто управлять своими эмоциями. Он вечно бросался в крайности, всегда был либо слишком восторжен, либо слишком подавлен, и потому ничего не мог довести до конца. Он уже почти потерял надежду разобраться в своей жизни и стать для своего народа достойным правителем, как тут к нему явился странствующий охотник за реликвиями. Чтобы избавить короля от его беды, охотник за реликвиями подарил ему волшебное кольцо, пообещав, что в моменты радости оно будет делать его печальным, а в моменты грусти — радоваться. Кольцо стало для короля талисманом, и в результате королевство достигло процветания. Когда король скончался, придворный колдун поспешил присвоить кольцо, чтобы наконец попытаться понять, в чем был источник его силы. И оказалось, что в кольце не было ни капли волшебства, но как кольцо, не таившее в себе магии, могло делать радостного человека печальным, а печального радостным? Предположение и есть? Да не то чтобы. На нем была надпись «И это пройдет». Ого, глубоко. Это не просто глубоко, я только что избавил тебя от беспокойства посредством сказки. Спасибо, лавочник. Эй-эй, полегче. Так, погнали дальше. Пора в путь. Есть у нас Wingsuit. Так, если нам на самый... А, здесь стена. Просто подозрительно, как будто стены не было. А, вырушивающийся пол.
Я к нему пока что еще не привык. Да что ж такое с вами делать-то, а? Ах ты ж гадство. Так, это будет непросто. Мы начинаем заново, но собрать там все кристаллы будет непросто, конечно. Так, а у нас еще и хп теперь не все. Теперь все. Сперва убиваем врагов, потом собираем плюшки. Когда я парю? Когда я парю? Не очень удобно вот это все перенаправлять. Блин. Нужна тренировка, это немножко сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Так, а маленький демон опять лишает нас. Наших вкусняшек. Да и здесь я недостаточно аккуратен. И снова здравствуйте. О! Секретная стена. Твою ж мать. Ой! Ничего себе. Так. Так, значит. Как тут быть? Парить надо. Да, с парением не особо получилось.
С этими секретиками нужен глаз да глаз. Ага, уже разбито. Да, можно просто пройти. Непонятно, как тут механика. Тайм туда-сюда. Надо облетать вверх-вниз, не сверху. Так, ну здесь у нас открылся, там. Ага, одной путь. Раз. А, да, сложновато, конечно. Сложность в том, что мне жадничаю. А, точно, того можно, этих можно сбить перекенчиками. Тем более, что у нас их теперь целых 4. Да что ж ты не сбиваешься с перекенами-то? А, блин. Блин. После того, как я подпрыгиваю, надо еще раз зажимать эту. Как я ее не могу и бить, и зажимаю. Ой, как сложно. Ох, как сложно это все. Надо собрать все фонари. Я не удивлюсь, даже если мы ачивку за это получим. Да чтоб ты, грёбаный скелет. Да что ж такое-то? Совсем неприятно мы все ведём-то. Может вот так? Так. Да, все собрал. Но никакой ачивки не получил. Фу, хотя бы так. Так, что это за камнетёс-то? Ну-ка нахуй. Перекеном в голову. Так, здесь спуск вниз и вперед. Давайте вниз тогда сперва. Ага. Не зря.
Отлично. Ах ты. Ах ты ж. Так, точка сохранения. Без магазина. Ага. Непонятно. Ну да, вот тут, наверное, опять пол должен. Как же мы должны уметь убивать? Мы не умеем. Посмотрим настройки. Управление. Низ, вверх, лево, вправо. Табель легкого шага. Летик с веревкой на Б. Прыжок, атака, сюрикен. Карта. Это, наверное, потом надо докупать карту. И веревку тоже. Шух. Как тебе такое, Илон Маск? Все жаждут моей смерти. Я просто так вам не дамся. Так, вы колдуны. Готов. Туда вниз наверняка нельзя, поэтому не будем испытывать судьбу. Да что ж такое? Дурацкий камень. А, черт! Черт побери! А, дурацкий винг-сьют не сработал. Так, может вот отсюда нужно? Нет. Демон. А мы накопили уже почти 500, уже можно откупиться от его налогов. Да что я застрял? Все получилось. О, на скелетов не действует сюрикен. Что ж, теперь мы это знаем. Достаточно далеко, кстати, была последняя точка сохранения. Thank you.
Все-таки попал под эту шестеренку. О, хорошо, вся жизнь у вас прекрасна. Двигаемся дальше. Так, эти штуки можно убивать? Можно, отлично. Спокойно. Блин. Вот так. Ага.
Нет. Так, бегом. Вот, с Квигом уже расплатились. Прекрасно. Теперь остается собрать то, что тут осталось. И мы уже в плюсе. Отлично. И мы двигаемся дальше. Отлично. Эх, даже его же надо же было с сюрикенчиком. Жить спокойно не даст. Ты. Ну или ладно, и бог с ним. А вот и контрольная точка. Так, а там у нас что? А там типа ничего. О, смотрите, секретная стеночка. И целая куча. Кристальчиков. Отлично, все собрали. Так, еще секретная стеночка. Мне кажется, что туда и надо. А раз туда надо, мы пойдем в другую сторону. О, смотрите, не зря. Целая тоже куча всякого чего-то. Такс. О, отлично! Смотрите, куда мы залезли. Большой кристальчик, очень кстати. Я знал, что я так и знал, что туда можно залезть. Скелет. Чертов скелет. Настоящий секретик был скрыт сверху, а не здесь. Деды колдуны. Отлично. Ага. Похоже, босс.
И у нас 400 монеток. Посмотрим, что мы можем улучшить. Плюс 1 хп, улучшаем. И поговорить про босса. А ну, надеюсь, ты готов принять вызов. А что? А то, что сейчас тебя ждет нечто масштабное. Что? Ну, скажем так, ты сразишься с тем, кто понимает, что лучшая оборона — это хорошо продуманная оборона. Кто это? Ах, если бы я только мог сказать тебе. В общем, ты уже задал свои три вопроса, двигаемся дальше. С каких это пор у нас действует правило трех вопросов? Эй, это уже четвертый. Итак, кто тут у нас? Ох, ничего себе, вот эта морда. Ну и бить ему, конечно, надо по сердцевине. Все, ворот закрыты, да? Так, надо валить, наверное, взлетать. Ага, и сюда. Ой, ой, я у него в башке. А я не должен там быть. Так. Вот так. Ага, вот шипы вылазят, значит, он скоро вылезет. Так, ну ладно, он уже моргает, у меня одно хп осталось. А, черт. Ловушка. Ну ладно. Не все всегда с первого раза. Теперь ему хана. У меня еще в помощниках красный демон. Это что-то новенькое. Вот шипы начали вылезать, да, надо сваливать, значит, ага. Да что ты, хитрит! Так, с двух сторон открылось. Вот шипчики вылезли, сваливаем. Да что ж ты, опять хитрит. Хитрец какой. Так, теперь с одной стороны только открылось. Эх, не успел. Опять с одной стороны. Шипы. Беги, беги. Одно хп. Так, с другой стороны. Ну, он уже моргает, ему совсем чуть-чуть осталось. Сейчас мы его убьем. Thank you.
Попробуем начать. С другой стороны, сейчас нам открыл гаденыш. Подлови. Блин, последнее хп опять. Чтобы у тебя не было повода сказать, что я все воспринимаю в негативном ключе, вперед ты сможешь. Что это? Почему сразу такие ловушки? А, вот, она уже, короче, начинает моргать. Закрывается. Ну, взлетай, черт бы тебя побрал. Хоть сюрикенчиками побил чуть-чуть. Башка уже моргает вовсю. Опять с этой стороны открыл. Да чтоб тебя! С этой стороны вы смотрите-ка и трец. Ну все, в принципе, еще один, думаю, заход, и ему, да блин. Пробуй добивать. Да. Все получилось! Мы справились! А, нет, это еще не конец. Гасси. Это был еще не конец. Знаешь, поначалу мне тоже показалось, что идея не очень, но мне сказали, что уж лучше я, чем устаревшая система, герой выживает и продолжает путь. Блин, это был не конец, а я расслабился. Так, хорошо, значит, на этом жердяй нам надо не терять.
много хп вообще лучше не терять, потому что там еще вылетает эта фигня, и в воздухе надо парить и драться, что вообще не очень удобно. Нет. И не паниковать. Ай, поспешил, не паниковал. Так, только слева открыт. Да чтоб тебя! Да чтоб тебя! Тут справа открыт. Так, все, выбили. На этот раз у нас не одно хп, а два. Да, новые выбили из этой брони. Теперь надо парить. Как с ним драться-то, блин, я не представляю. А, сюрикенами. Можно сюрикенами. Нет. Да, но надо сюрикенами, по крайней мере, с этим разобрались. Окей. Чувак. Сейчас мы тебя сделаем. Да чтоб тебя, что ж ты сразу-то опускаешься-то мне на голову-то, а? На. Да блин, кто успевает, кто не успевает, не поймешь его. Да что ж ты не взлетаешь-то, гаденыш-то. Давайте заново начнем. А мне довелось спасти тебе жизнь уже 26. Ничего себе, он даже счет ведет. Прикольно. Вот здесь долговато, да? Побыстрее бы как-нибудь пропустить эту кат-сцену бы. Под эту фигню попал. Ага, да, по щам. Нет. Да блин,
Непонятно. Без паники, вроде бы, если все спокойно. Да нет! Взлетай! Черт бы тебя побрал! Хотя бы так. Да блин! И тут не поймешь, да они быстро опускаются, то медленно. Да, Сер, заманушная фигня. Так, все, выбили его. У нас 3 хп есть. Должно хватить. Вот гад преследует. Ха-ха! Победа! Ну, не с первого раза, с пятого, наверное. А может, с десятого даже. Это я, типа, должен поблагодарить тебя за уничтожение моего голема. А, ну ты первый напал на меня. Да, что ты такое говоришь? Я уже много веков рою ходы в этих пещерах, а бой завязался и вовсе случайно. Это не так. Так. Не так. А знаешь, это логично, пожалуй, увидеть во мне угрозу было очень легко. Полагаю, мой инстинкт самосохранения сработал как-то слишком быстро. Да, я понимаю, все нормально. Слушай, мне жаль, что твой голем пострадал, слышишь? Не беспокойся. Нет, мне и вправду жаль. Все хорошо, это и вправду была ошибка. Ну, и как же мне выбраться отсюда? О, я настрою под тебя ветер, удачи тебе в твоей миссии. Ю-ху! Ай, смайлик улыбающийся, а теперь плакает, плакает смайлик. Иглогрибная топь. Иглогрибная топь. Мы продолжим в следующий раз. На этот раз, пожалуй, закончим. Всем спасибо, кто был с нами. Оставайтесь с нами и впредь. А я напоминаю, это канал Ruby Snake. С вами был Олег. Ссылочка на повтор вы всегда можете посмотреть на нашем YouTube. Ссылочка под видео в описании. И всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал на YouTube также, потому что, к сожалению, видео от Twitch сохраняются всего лишь 2 недели. Поэтому все повторы видео мы переносим на наш канал на YouTube. И я еще раз всех благодарю. И здорово, и всем пока.